Какие условия участия в программе 6,5? Что требуется от проектантов? И есть ли шанс у предприятий не из приоритетного списка? Журналистам разъяснили на примере чебоксарских компаний, уже прошедших конкурсный отбор. Напомним, корпорация МСП определила приоритетные отрасли – сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, электроэнергетика – всего 7. Выделены еще несколько регионов – Крым, Дальний Восток, а также моногорода. Поддержка заключается в предоставлении банковских кредитов с низкой 10-11% годовых ставкой. При этом уполномоченные банки получают рефинансирование от Центробанка 6,5%. Отсюда и название программы. Традиционные лидеры промышленности Чувашии, электротехнические предприятия, не единственные, которые могут рассчитывать на поддержку от корпорации. Мы заботимся не только об этом секторе, не только о высокотехнологичном секторе, но и о секторе массовом. И свидетельством тому поддержка предприятия по производству обуви, которая в свою очередь поставляется на рынок крупнейших государственных компаний, корпораций, акционерных обществ с долей государства 50+1 акция. И в этом смысле для нас механизм, который выработан, с одной стороны, спрос этих компаний, с другой стороны, возможность поставки субъектам малого и среднего предпринимательства и кредитно-гарантийная поддержка, которую этому субъекту оказывается, крайне важен. Крайне важен. По мнению разработчиков проектов, а сегодня речь шла о предприятиях «Гален», «Яхтинг» и «Стройкерамика», поддержка позволит им не только чувствовать себя уверенно, но и выйти на качественно новый уровень развития бизнеса. Работы, разработки и патенты, которые мы с собой несем для рынка, позволяют нам смотреть с большим оптимизмом, чем нашим конкурентам. И как раз-таки помощь, которая оказывается по данной программе, является для нас ключевой. Это новые рабочие места, это дополнительные сборы в бюджет, это то развитие малого и среднего бизнеса, о котором на самом деле сегодня говорится, который состоится. Без этих поддержек сегодня развиваться очень сложно. Я думаю, что мы не подведем корпорацию, наши проекты будут освоены в этом году и принесут прибыль государству нам на будущий год.